Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару Челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ.
Василиск хранится в ангаре. Тебе же сложно не восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Yeah.
Отлично. Я собираюсь пристыковать шаттл. Надо быть очень осторожным. Очень. Теперь я могу подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Thank you.
Все еще никак не заставлю работать чертов автомат погрузки. Айзек, верни гравитацию, тогда я смогу загрузить обелиск. Зона гравитации. Идет погрузка объекта 782. Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. Сюда! Поспешите! Времени почти не осталось! Мы должны стартовать! Амелия? Ты куда? Стой! Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня, а вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Не думала, что мы снова встретимся. Боже, мне так же. Прости за все, что я сделала. Я не хотела причинять тебе боль. Ты должен вернуть его обратно, Айз. Ты сможешь управлять челноком отсюда. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Thank you.
черта ты наделал? Ты совершаешь большую ошибку. Это еще не конец. Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Это не важно. Ей не сбежать отсюда. Никому не сбежать. Он приближается. Я запрограммирую челнок, чтобы он летел к колонии. Цель близка, Айс. А теперь поспеши, садись в челнок. Я встречу тебя там. Поступаешь верно, Айзек. И сейчас мы снова вместе, как это и должно было быть. Я знала, ты прилетишь за мной. Теперь нас ничто не останется.